Нижегородские спасатели почтили память министра МЧС России Евгения Зиничева минутой молчания и возложением цветов. Во всех главных управлениях МЧС России в связи с трагическим событием сегодня траурный день. Напомним, 8 сентября при исполнении служебных обязанностей в Норильске трагически погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Он пытался спасти падающего соброкина режиссера Александра Мельникова.